Расскажу вам, как, сохраняя ноты под одним ребром, переносить их с одного нотного стана на другой. Это очень просто делается. Выделяете необходимые ноты. Ну, я произвольно выделю. Допустим, вот так. После того, как вы выделили нужные ноты, нажимаете Ctrl, Shift и стрелочка вниз в данном случае. Или, если с нижнего нотного стана на верхний, то вверх. И все ноты переносятся на другой стан. У вас может остаться пауза, конечно, которую можно скрыть, нажав Delete.